Всем привет! Сегодня будем готовить вкуснятину из капусты и мяса. А пока подписывайтесь на канал и жмите рядом на колокольчик, чтобы быть в курсе о новых видео. Первым действием подготовим капустные листья, как для голубцов. Далее приготовим начинку. Мелким кубиком порежем репчатый лук. Я взяла одну крупную луковицу. Нарезанный лук добавляем к фаршу. У меня сегодня 500 граммов фарша из свинины и говядины. Теперь сюда же натираем 100 граммов любого твердого или полутвердого сыра. Сыр берите на свой вкус, у меня сегодня голландский. Добавляем немного соли и перца по вкусу. Я добавляю черный молотый перец. Вы можете добавить любые специи на свой вкус. Все хорошо перемешиваем. Теперь начинку убираем в сторону и приготовим кляр. В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем 2 столовые ложки кукурузной муки. Все хорошо вилкой перемешиваем до однородности. Теперь кляр у нас получается густой, добавляем немного воды. И еще раз хорошо все перемешиваем, чтобы не было комочков. Теперь подготовим капустные листья. Срезаем с каждого листочка грубую часть. Так проделываем со всеми листочками. Когда все подготовили, будем готовить чебуреки. Берем лист капусты, выкладываем начинку на одну сторону листа и равномерно распределяем. Теперь накрываем сверху второй частью листа и прижимаем. Края капусты загибаем вовнутрь или наверх. Получается вот такой чебурек. Из этого количества фарша у меня получилось 6 заготовок. Теперь берем чебурек, опускаем в кляр и отправляем на горячую сковороду с растительным маслом. Жарим чебуреки на среднем огне до золотистой корочки. Когда чебуреки с одной стороны подрумянились, переворачиваем. Теперь сковороду накрываем крышкой и жарим еще минут 5. Готовые горячие чебуреки подаем на стол. Это так вкусно, что невозможно оторваться. Друзья, если вам рецепт понравился, тогда поставьте лайк и подписывайтесь. А также добавляйтесь в соцсетях, ссылки найдете в описании под видео. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения. Спасибо, что были со мной.